Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы передаем в Конституционный суд два обращения с требованием признать бюджет на 2018 год в части расчета прожиточного минимума неконституционным. Что они делают? Они сегодня говорят такую неправду людям, когда рассказывают о повышении пенсии, повышении заработных плат, но по факту они закладывают обманом прожиточный минимум. А прожиточный минимум – это базовая величина, от которой рассчитываются все социальные выплаты, минимальные пенсии, все социальные стандарты. Поэтому мы требуем, бюджет 2018 года нарушает 10 статей Конституции Украины. Подписали обращение в Конституционный суд 50 народных депутатов. Мы требуем, чтобы суд срочно пересмотрел эту норму. Мы уже подали законопроект в парламент вместе с депутатами от оппозиционного блока, где требуем с 1 марта минимальную заработную плату, минимальный стандарт, минимальный прожиточный уровень назначить 3960 гривен, а минимальную зарплату 5000. И не верьте, пожалуйста, когда вам очередной раз расскажут, что у них нет денег. У них есть деньги, они в бюджете 7 миллиардов ручным способом делят. Они сегодня не доплачивают людям пенсии, не доплачивают социальные пособия. Эти деньги заложены в бюджете. И у них сегодня достаточно ресурса, чтобы прожиточный минимум дать сейчас 3960 гривен, а соответственно поднять все выплаты и социальные пособия, а минимальную зарплату дать 5000 и точно так же пересчитать всю сетку заработных плат. Мы показываем, где взять эти деньги, за счет чего взять и почему по 10 статьям Конституции нарушаются все требования бюджета на 2018 год. Поэтому мы надеемся, что Конституционный суд все-таки найдет время, чтобы рассмотреть это требование и в ближайшее время пересмотреть бюджет на 2018 год.